6 площадок и десятки лекций от известных российских блогеров. В Мурманске состоялся фестиваль «Не форум Арктика». Авторы блогов рассказали посетителям, как добиться успеха в интернете, а также ответили на вопросы фанатов и подписчиков. Не форум блогеров – известная ежегодная конференция. И в этом году фестиваль приехал в Мурманск. На площади возле морвокзала организаторы разбили 6 палаток. Каждая со своей тематикой и названием, соответствующим географическому пункту в Арктике. В течение дня известные российские блогеры и другие интернет-деятели проводили мастер-классы и общались с посетителями. Поскольку это не форум Арктика, я приехал рассказывать о теории и практике путешествий по Крайнему Северу. Именно познавательных путешествий. То есть, ну, как-то вот север больше ассоциируется вот с туризмом вот таким экологическим, походным, там, с рыбалкой, с охотой. А вот именно по поселкам, по городам и весям, как на севере путешествовать, как и зачем, и с какими трудностями при этом сталкиваешься, вот об этом буду рассказывать в шатре «Дудинка». Нефорум собрал на своей площадке большое число зрителей. В основном, конечно, молодежи. Школьники хотели увидеть любимых блогеров и взять у них автограф. Больше всего внимания подростков привлекла автограф-сессия Никиты Златоуста. Ради него многие приезжали из городов области. И даже не для того, чтобы перекинуться с кумиром парой слов, а просто, чтобы сделать фото со звездой, которое потом также можно загрузить в социальные сети. У него влоги выходят, какие-то челленджи там, всякие интересные. Песни классные. Песни. Вот. Смотрим, слушаем, радуемся. Хотите у него что-то спросить или вот он о чем? Автограф. Особо спрашивать нечего. Хотим автограф и сфотографироваться. Для тех, кто постарше, работали тревел-блогеры и ведущие научных каналов. Рассказывали про глобальное потепление, четвертое измерение, атомную энергетику и космос. Я пришел с друзьями погулять, провести приятное время. У нас не часто в городе такие праздники происходят. И вот тут популярные люди наконец-то пришли, можно увидеть каких-то, например, интересных людей, пообщаться, сфоткаться и так далее. Интересуюсь всем научным и так далее. Ну вот, научпоп – очень интересная тема на Ютубе. Очень интересная, почти слежу за всеми каналами научпоп. Фестиваль получился интересным, и мурманчане за него проголосовали ногами. Число посетителей превзошло ожидания организаторов Нефорума. Честно говоря, я думала, что мы рассчитывали на меньшее количество людей. Но по последним подсчетам, по регистрации, которая была, это больше 3500. И это очень здорово, что мурманчане так отреагировали на мероприятие, да, что у нас состоялся взаимный контакт, потому что мы очень старались сделать что-то интересное. Ну и судя по реакции людей и общим отзывам, у нас это получилось. Фестиваль интернет-культуры «Нефорум Арктика» длился до самого вечера. И фанаты звезд Рунета, и сами знаменитые блогеры взаимным общением остались довольны.